Оскара 2013 года Меган Домели, Эрик Редфорд, Канада. Опытный очень дуэт. Сейчас обратите внимание, у них все подходы необычные ко всем элементам. Просто чудо, как интересно смотреть. 4 года назад они начали кататься вместе. Моя Меган мечтала попасть на Олимпийские игры. Но со своим предыдущим партнером в Ванкувере выступить не сумел. Чуть-чуть не хватило для того, чтобы добраться вверх. Тройная лоуцевая, хорошая, чистая такая, с выездом. Сейчас будут прыгать тройная луц. Параллельный. Ух ты, чисто. Смотрите, какой опа заход. Стоите на выброс. Опа. Флип чистый. Переходе к Тодосу. Красиво. Красиво, красиво. Но я ловлю себя на том, что я смотрю на него. А она как бы, ну, делает элемент, но привлекает-то он. Она такая маленькая, немножечко такая жесткенькая. А он, конечно, красавец. Очень много находок, очень много интересного. Эту музыку несколько лет назад Эрик Редфорд, который сейчас звучал, он написал в память о тренере, который ушел из жизни, Пол Вирц. И несколько раз рассматривал эту музыку Эрик еще как одиночник, хотел под нее кататься. Вот именно вот когда стал дуэт с Меган, прочувствовал, что это может быть эта тема как бы не смерти, а благодарность за все, что тренер дал мне. Они ее именно использовали. И в Олимпийский год. Да? Конечно, конечно, да, потому что мечтали они кататься на Олимпиаде. Он волнуется очень, потому что понимает, что его здесь оценивают уже не только как фигуриста, а как композитора. Ну, не знаю, все, что пишется от души, оно все достойно уважения, достойно нашего внимания. Сейчас мы посмотрим повторы, дождемся окончательные результаты, потому что мы понимаем, это соперники для всех трех российских дуэтов. В этом году у них очень приличный результат, и вот и 70 баллов, которые они могут сейчас набрать, это все-таки такой момент очень. Во всяком случае, они выполнили все четко. После этого таблички сразу почти.
придраться, насколько я понимаю, вы с таким уважением. Вот, смотрите, смотрите, какой потрясающий вообще мини-поддержка. Сейчас пойдет на выброс. Ну, интересные вещи. Придуманная именно программа. Именно, да? Ну вот придуманные подходы. Понять, ни одного элемента нету пустого подхода. Все время какие-то мини-поддержечки, стражочки, связки. Ну, то есть, если так мы говорим, то, что переходы между элементами, то, что оценивается очень критично. Транзишн. Да-да-да. Во второй оценке. И очень часто бывает большой проблемой, камнем преткновения для многих и многих фигуристов, одиночников и парников. Здесь должно быть все в полном порядке. Итак, что мы имеем сейчас? У нас Савченко Шелкова 79.02, Столбова Климов 76.15. Дальше китайских два дуэта 72.24 и 71.68. Базарова Ларионов шестые, седьмые, Антипова Майсурадзе. С хорошей суммой одни и другие. Ну, для Антиповой Майсурадзе, конечно, 66-78. Здорово, это шикарно. Здорово. 77. Опа. Опа. И это значит, что завтра перед Ксенией Столбовой и Федором Климовым будет задача непростая. Судьи ставят их сейчас на третье место. На втором Дамуэль и Редфорд, которых мы только что наблюдали. И говорит это только о том, что вся борьба впереди. Меньше балла отделяет Ксению с Федором от Меган и Эрика, которые на ваших экранах. Алена Савченко, Робин Шелковый, таблицу наверняка.